Для Нины Степановны Елисеевой это особенный день – встреча с главой муниципального района. В торжественной обстановке Дмитрий Иванов вручил ей памятный нагрудный знак в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Цветы и подарки ветерану также как знак признательности и уважения. Нина Елисеева – жительница блокадного Ленинграда. Ее детские воспоминания связаны с погибшей от голода и холода семьей, со всеми лишениями, которые выпали на ее долю. В 11 лет уже с приемными родителями она впервые приехала в Чистополь. Так этот город стал для нее родным. 38 лет проработала на часовом заводе и сейчас живет в окружении детей, внуков и правнуков. Дочери обо мне заботятся. Я очень люблю своих дочерей, они меня любят. Мы даже вместе порой плачем. За чашкой чая завязался душевный разговор о жизни, о воспитании детей, о текущих делах. Глава Дмитрий Иванов поблагодарил Нину Елисееву за возможность встретиться. Такой памятный нагрудный знак в муниципальном районе получили еще 4 жителя блокадного Ленинграда. Сам знак учрежден правительством Санкт-Петербурга.